Друзья, привет! Меня зовут Ваня Червинский. Я сейчас нахожусь в городе Алания. Мы вот здесь вот ходим, гуляем, тусуемся. Но это не мешает мне рассказать вам свежие новости. Мы рассказываем на нашем канале о культуре, о спорте. Сегодня у меня новость от диджея, который родился в городке Аксу Павлодарской области и завоевал Грэмми уже в 20 лет. Его зовут Иманбек, и он выпустил новый трек на своем YouTube-канале. И, кстати, этот трек он выпустил с рэпером, с которым он уже выпускал песню. Именно та песня, которую они выпустили впервые, песня «Roses», она помогла Иманбеку получить Грэмми. И сейчас они сделали второй трек. В общем, интересно, что будет ждать эту песню. Наверное, вот Иманбек, он сказал, что он хочет второй Грэмми. Вообще, он сказал, что хочет 33 Грэмми. Вот будет интересно посмотреть, что получится в итоге и какая будет история у новой песни. Ссылку на эту песню я оставлю в описании. Обязательно посмотрите. Ну и заходите на канал к Иманбеку, подписывайтесь. Можете тоже подписаться на наш канал. У нас здесь много интересного. Еще заходите на наш новый канал «Дневник Алании», где вы можете узнать все, что происходит вот здесь вот в Турции, в этом прекрасном месте на берегу Средиземного моря. Мы живем в городе Алания. Там все о том, что происходит в Алании, мы вам расскажем. Друзья, ну вот такая вот короткая новость, такой необычный формат. Пишите в комментариях, как вам понравилось или нет. Я буду рад почитать обратную связь. Всем пока!